Жил-был заяц в лесу. Летом ему было хорошо, а зимой плохо. Приходилось к крестьянам на гумно ходить, овес воровать. Приходит он к одному крестьянину на гумно, а тут уж стадо зайцев. Вот он и начал им хвастать. У меня не усы, а усищи. Не лапы, а лапищи. Не зубы, а зубищи, и никого не боюсь, никого не боюсь. Зайцы рассказали тетке Вороне про эту хвасту. Тетка Ворона пошла хвасту разыскивать и нашла его под корягой. Зайц испугался, тетка ворона, я больше не буду хвастать. А как ты хвастал? Ну, а у меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи. Вот она его маленько и потрепала. Больше не хвастай, не хвастой. Раз сидел ворон на заборе, собаки ее подхватили и давай мять. А заяц это увидел. А, как бы вороне помочь. Выскочил на горочку и сел. Собаки увидали зайца, бросили ворону, да за ним. А ворона опять на забор, а заяц от собак быстро ушел. Немного погодя, ворона опять встретила этого зайца и говорит ему, вот ты молодец, не хваста, а храбрец.